Питьевая вода – большая ценность. Однако мы позволяем себе роскошь поливать ею сад и вообще использовать ее не по назначению. Экономичной альтернативой может послужить колодезная или дождевая вода. А иногда вода оказывается у нас в избытке, например, в котловане после дождя или в подвале после наводнения. Идет ли речь об осушении, орошении или снабжении дома водой для хозяйственных нужд, с насосами Гардена все это реализуется очень просто. Дренажные насосы Гардена удаляют воду оттуда, где она вам не нужна. Насосы для грязной воды легко справляются с самой грубой работой, перекачивая воду с частицами грязи диаметром до 38 мм. Для перекачивания и выкачивания воды служат погружные насосы Гардена. Они могут быть оборудованы внешним поплавковым выключателем или инновационным выключателем Гардена Аквасенсор. Как только уровень воды превысит 5 мм, аквасенсор включает погружной насос автоматически. Едва остаточный уровень воды снизится до 1 мм, насос отключается. Уровни воды для включения и выключения насоса могут устанавливаться независимо друг от друга. Благодаря оросительным насосам Гардена вы можете оптимально использовать и альтернативные источники воды. Высокая производительность и надежность – насосы для резервуаров с дождевой водой, оборудованные реле сухого хода. Орошение может быть таким простым делом – повесил, подключил и поливай. Насос комфорт-класса автоматически включается и по окончании полива автоматически выключается. Это продлевает срок его службы и экономит электроэнергию. Эти высокопроизводительные изделия допускают даже использование дождевателя. Насос занимает мало места при хранении, его легко транспортировать. Садовые насосы Гардена имеют двойной выход. Например, для одновременного использования дождевателя и штангераспылителя. Модели комфорт-класса располагают встроенным фильтром тонкой очистки воды, предохраняющим насос от загрязнения. Оптимальная безопасность обеспечивается уникальной функцией Гардена Safe Pump. В случае сухого хода или при закрытом вентиле внешнего устройства насос автоматически отключается, предотвращая возможные повреждения. Бензиновая мотопомпа Гардена предназначена прежде всего для мобильного использования в районах, не имеющих электроснабжения. Погружные насосы высокого давления Гардена поднимут воду и с большой глубины. Благодаря малому диаметру корпуса скважинные насосы помещаются даже в очень узкие скважины. Инновационные автоматические погружные насосы высокого давления обеспечат не только полив сада, но и снабжение дома водой для хозяйственных нужд. С помощью насосов для водоснабжения Гардена вы можете использовать воду для хозяйственных нужд в доме и в саду. Эти насосы автоматически включаются, когда нужна вода, и затем снова выключаются. Напорные автоматические насосы Гардена особенно компактны и просты в обслуживании. Их можно использовать как мобильные насосные станции в саду или стационарно. Инновационный дисплей информирует вас об уровне давления, расходе воды или о неполадках в системе, если, например, подтекает кран или в цистерне кончилась вода. Станции бытового обслуживания Гардена идеальны для стационарной установки в качестве компонента вашей системы водоснабжения. Фильтр и клапан противотока встроены заранее, что существенно упрощает монтаж. Артезианская или дождевая вода достается бесплатно. Ее можно использовать для полива сада или для хозяйственных нужд в доме. Будь то осушение или орошение, из больших или малых резервуаров, под крышей или под открытым небом. Фирма Гардена для любой задачи предложит подходящий насос.